Ценный подарок получили в минувшую субботу юные любители мини-футбола. Кроме руководства и учеников, приобщились к знаменательному событию «Спортивная жизнь средней школы номер 19» представители Управления образования, спорта и туризма Брестского облсполкома, а также Белорусской федерации футбола. Церемония открытия традиционно прошла в торжественной обстановке. После поздравительной речи игроки школьной команды получили приятный бонус – комплекты мячей и форму. Кстати, погонять мяч по новому полю смогут не только ученики школы. Не эта площадка, не площадка на территории гимназии номер 5, они ограждены невысоким забором, но не имеют калиток. Это значит, что пользоваться ими могут и жители близлежащих улиц, микрорайона, все желающие. Реализуя вот эту вот программу, мы как бы отталкиваемся от своих условий и пытаемся еще какие-то свои учесть нюансы для развития и популяризации футбола. Ну и, в принципе, конечно же, есть уже богатый опыт в других странах, поэтому мы, естественно, что лучшие вот эти вот моменты, которые они используют в своих программах, мы тоже их внедряем. Эта школа стала третьим учреждением образования, где появилась подобная спортивная площадка. Несколько лет назад такой подарок был сделан в средней школе номер 20, а буквально месяц назад в рамках проекта «Родная сторона детям» свое футбольное поле получили учащиеся гимназии номер 5. Школа номер 19 стала третьей в списке счастливых обладателей спортивной площадки. И право первому открыть футбольный сезон было предложено главе администрации Московского района Александру Рогачуку. После чего у школьников состоялся товарищеский матч с молодыми игроками футбольного клуба «Динамо Брест». Это замечательный проект и Федерации футбола, и местного бюджета. И его нашел воплощение именно в 19-й школе, которая отличается своими спортивными достижениями. Я вам хочу сказать, что каждый второй учащийся этой школы посещает спортивную секцию. Это очень хороший показатель. В школе номер 19 более 100 детей учатся в специализированных спортивных классах. Среди них много кандидатов в мастера спорта и самих мастеров. В следующем году здесь планируют открыть футбольный класс. Поэтому для них открытие футбольной площадки – необходимость и масса приятных впечатлений. Поле очень хорошее, можно играть, заниматься спортом. Когда падаешь, то не больно, не как на других полях. Поле классное, ну так, падать мягко, если подкат делаешь, например. Ну, все играется хорошо. Вообще. Играется классно. Открытием этой спортивной площадки власти города ограничиваться не собираются. В планах обеспечить подобными объектами другие учреждения образования. В частности, открыть футбольное поле в средней школе номер 7 и в одной из школ микрорайона «Восток». Главное, что начало этому уже положено.